Зашел в магазин, велосипед оставил у входа. Вышел и не нашел своего двухколесного коня. Момент кражи подросткового транспорта зафиксировали камеры видеонаблюдения торгового центра. Мы приехали в Олимп, оставили велосипед. Через час спигнули, чего нету. Вызвали полицию и пошли смотреть видео по камерам. Два подростка возраста потерпевшего, если старший, то не намного. Один из них, видимо, не желая становиться соучастником кражи, выходит из торгового центра. Другой хватает велосипед и убегает. Поймать их за руку не получилось. Сейчас и похитители, и сам велосипед разыскивает полиция. Пока же на свои трюки, на своем же собственном велосипеде, он теперь может только смотреть в записи. Это был 46-й велосипед, украденный в Нижнекамске за этот сезон.